Есть такая пословица, ласковый, как она, вот напомнишь, ласковый теленок двух мамок сосет, или маток, как это вот это? Ну да. Как она, не помнишь? Двух маток, по-моему. Двух маток, да, по-моему, да? Да. Точно, я сейчас скажу, да. Там это. Да. А женская хитрость у меня такая, мне все время мама в детстве еще говорила: Юляночка, запомни, ласковый теленок двух маток сосет. Вот, собственно говоря, это ко мне. Я считаю, что добром, позитивом, ласковым словом, подмигнуть, улыбнуться, где-то там посмотреть в глаза, гладко, может быть, даже ручку взять, оно всегда срабатывает. Это женская такая хитрость. Как говорится, мужчина голова, а женщина шея. Вот это ко мне.